Так, что там? Пошло, да? У меня сейчас давно ноль стоит. Извини, Георгий. Так только начали еще. Не нажимал, наверное. Вы, может, не ставили время? Да, время, все поставили, нормально было. Что, Георгий? Извини. Это у нас уже было. По 3 минуты, Толя, надо быстро. И не забывать надо молотить, ага. Дошку переведи. На, сейчас я делаю. Не, 24. 25. FE3, CD6. Георгий, готов? FE всегда готов. Нажимай. Нажимать надо? Не, да, чего. Не надо, чтобы кто-то тут стоял около меня и нажимал. И подтыкал, да? Да. Что такого? Прыгал. Вот и прыгал. У нас одинаковое время. Так, я так черное поставлю. Это 53 радуется. Значит, он прыгал. Mm-hmm.
Да. По времени, ну, по времени. Что-то да, как-то вот поджал, ну, так учёный, непонятно. Да, учёный. Все нормально, у меня все нормально. Не, не, не часто похоже учёный, правильно? Там он выходит. Так-то вроде, вроде равно. Так. Лучше. Что-то. Ну, не выиграл. Один-один. Не нажимаем. Выиграл что-то. А? Выиграл? Второй выиграл, ага. Зажало мне тут капитально все. Да. Время тебя подводит, Толя. Да, ничего не знаю, просто не нажимал. Три минуты, Толя, что там? Обычно думаешь по три минуты над этим ходом. Так, ладно. Думаю, как слон. Там, наверное, вот это, плохое дело. Плохое дело. Ты закрыл. Да. И игры у тебя есть. Ну все, вот уже. Надо было размеяться, да. Ну ладно, все сыграно. Так, G7, H4. Ну ладно, у меня уже не сухая. 1-1, все, хороший счет. У меня сегодня тоже 1-1. У меня еще есть 1-1. С кем? Дубровский? Ну, обе ничьи, как это как считается, 1-1. Дубровский? Нет. Обе ничьи, 1-1. Ага, нормально.
Первый как? По времени. По времени. По времени. Кто выиграл? Олег.